Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Фуси, Гордон, Феникс, Масл, какие-то странные ники, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Мы играем в прятки на очень классной карте. Пацаны зашли новенькие, и кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Пацаны, я вам даю 20 секунд. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Стул. Кстати, я могу до тебя добраться. Моча вот так стулья. Кстати, столы не открыто. Так, давайте здесь посмотрим. Вик, спасай. Тебя никто не спасет. Кстати, давайте так, давайте, раз вам так тяжело, реально, я очень мощный монстр. А возьмите оружку, используйте, мне так будет интереснее. Если бы со мной бы играл наигранные пацаны, допустим, крошка-окрошка, или там еще один есть чили-пиздрик, то они, конечно, бы меня жестко наказывали. Поэтому оружие им нельзя доверять, а вам можно. Рядом со мной там есть. А, рядом с тобой. Подожди, я знаю, где ты был. Так, 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 так. Давай мы удалим. Поудаляем, пацаны, двери, мешают мне. Ты вот тут вот. Нет, тебя здесь нету. Вот это я там поломал. Компьютер. Собака, иди сюда. Я так не знаю, я бы тоже тут заныкался. Это очень классная нычка. Щенок. Прикольно. А вы что, не можете двигаться, когда я вас первый раз бью? А нет, можем. Мне просто... Стима... Дискорд. Понял, понял, понял. А ну иди сюда. О, вот это мне нравится. А ну иди сюда. Ты видел, как я откидываю? Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Веселимся, записываем всякую ерунду. И вам это нравится, вы ставите лайки. Я не знаю почему, но мне это тоже нравится. Пацаны, знаете что? Давайте разнообразим ролик, и мы возьмем вот этого чили-пиздрика. А ну да, посмотрим, как он бьет. Ой, блин, этот слабый. Вот этот слабый. 5000 хп, ребята, это реально очень легко мне будет вас убить. И меня тоже. Походи страшно. А, я режим мёртв. Полета надо отключить. Я мертв, я мертв, я мертв. Я не... Ты чё летаешь? Я наказываю за это. Так. Пошли дальше. Сейчас еще сиреноголового, наверное, возьму. На всякий случай. Но пока мы с этими повалимся. Чего вы не стреляете? Я же говорю, можете оружку. А я думал, ты аниматроника. Нет, я буду SCP-шкой. Аниматроник сильно читерский. На тебе. Кстати, я тебя как будто хватаю, и ты не можешь реально убежать. О, стул идет. Ты что, воруешь стулья? Это мои стулья. Ты чё тут ходишь? Я не знаю почему, но их так легко убиваются, они сами лезут мне под ноги. А мне нравится их почить. А ты коспи вообще-то. А все вы вынесли, у меня 30 хп. Так, пошел отсюда, щенок. Че он ВХ? Так. Давайте, пацаны, идите ко мне. Я вас жду. Так, идет, идет, идет. Монстры в действии. Угу. На тебе. На. Эй, физга нельзя использовать, а то я тебя убью сразу. Кстати, это очень легкий монстр. Давайте, добивайте уже, я возьму какого-то очень мощного. Давай, кто на меня? Один на один. Ты? О, молодец, убил своего. Красавчик. Ёжик теперь резко за меня, да? Стал. Friendly fire. Да, это мне везет, что они зашли наигранные, пацаны. Я бы уже, наверное, умирал бы раз 40. Я тебе даже, пацаны, не знаю, какое оружие можно мощно брать. А мне это на руку. Это тот ролик, когда можно оторваться на всех. Ты чё там стреляешь, покемон? Сейчас я тебе дам. Нормально, кстати, у меня уже осталось 1900 жизней. Ах ты, РПГ хотел. Ого. А давайте попробуем этого чувака, его можно увалить?
Нормально атакует. Уклоняемся, уклоняемся. Я сейчас умру. Ныкаемся, ныкаемся. Делаем тут засаду. Так, я слышу оружку, кто-то взял. На-на. Только пулемет раскрутил, и я его сразу замочил. Давай, кто следующий? Эй, ты чё тут прошло? Как ты тут был? Нельзя пролетать просто так. Я сидел все это время там. Да? Блин, я прикольно. А ты что, в туалет ходил? Я тебя повредил там этот... Повредил тебе процесс? Ну давай. Так, я слышу, слышу. Вот тут трутся уже, вот, за стеной. Так, оружку взял. Кстати, дверь не простреливается. Зря ты по ней стреляешь. Так это не работает. Только открыть надо. Блин, я палюсь, у меня лапа торчит. Слышь, закрой двери. Закрой двери! Нельзя, нельзя, нельзя. Я тебя убью, кстати, если ты будешь так махать. Стоять, я тебя замочу. Давай, иди сюда. Ах ты, падла, гранату закинул. Кстати, это кто-то очень умный, да, попался? Слышь, закрой двери. Нифига себе, у меня уже 300 жизней осталось. Не-не-не-не-не, пацаны. Да закрой двери. Ах, блин, я что-то не то нажал. Я лечу. Меня откинуло гранатой в пол. Так, пацаны, я вспомнил, мне надо кое-куда. Ого, вас тут сколько. Надо мочить, мочить всех. Отлично, разобрался. Вот щенки. Уходи, подлый. Убила. Что ты за пулемет ты мощный взял? Обычный пулемет. Хорошо. Самый ушел. А что ж ты хотел? Я убийца, самый настоящий. Я тебя надкушу сейчас. Хотели записать прятки, а получилось, как всегда, вакханалия, которая мне нравится. Слышь? 2500 жизней несчастных не могут вынести. Я в шоке. О, давайте вот так сделаем, так лучше видно. Ого, я могу прыгать. Нифига себе, я на крышу могу запрыгнуть. Покемон очень мощный игрок, я заметил, надо его сразу наказывать. Это первый, кого надо убить. Блин, мощный, мощный персонаж. Так, надо валить, наверное. Слышь, ты что тут делаешь? Ты что, меня зарезать решил? Убил, 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 убил. Покемон не выдержал, не выдержал такой нагрузки. Нифига себе, это как я такой большой пролез в этот дом, здоровенный. Ой, маленький. Пацаны, меня видно или нет? Как это такое может быть? Это нереально. Закрой двери. А как его убить, этого говна собачьего? Есть, есть, крушитель в действии. Это трэш какой-то было. Что это за миллион звуков? Так, у меня осталось 553 жизни. Это оружие тебе может ушибить. Надо валить с этого дома несчастного. У меня ничего не видно в этом доме. Так, лови, туксина. Ого, я с вами разбираюсь. Все, Пикачу прибежал и запилил меня. Ну, красавчик, молодец. Красава, красава. Так, 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 так. Так. Ну чё, давайте, я кто думаю, на меня? Ядерный взрыв сейчас будет. Нет, не будет ядерного давай. Взрыва, я ничего не делаю. И я тут, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!